Чок. Клауд. Слушаем ВК. Да. Если поставлю пачки друг на друга и спрыгну с них, это будет суицид. Если тебе нужен биф, я не банчу мясо, могу дать тебе только пизды. Для меня ты киф, если ты хочешь дым, то я скурю тебя, так что пойди поспи. Она достала меня изо рта и играет руками, будто PSP. Да, я прошел этот путь от окраины страны до самого центра Москвы. Мои пацаны идут прямо по воде, чтоб видеть, как сзади сгорают мосты. Вижу твоих, за них лишь ты. Как испанцы, черные глоки, как будто инпанцы. Мы достали их, чтобы делали танцы. Большие ракеты, будто иранцы. Хотели дым, вы не курите ранцы. Деньги длины, без аннотаций. Все заебок и без твоих нотаций. Мои таланты большие, где бы я ни был, они вызывают овации. Хлопаем мопов на их же пространстве. Хлопает жопа, она хочет ебаться. Твоя сука струмная, нужна операция. Хочет писаться к нам, может не стараться. Цаца, возьмет за зад, а сразу. Но я не дам, а заза. Слабые люди еще послабейшут, чтобы на них опираться. Пиздите стиль пиратства, но я козел, и я привык податься. Они плюются в спину впереди идущих. Раньше был аутсайдером, теперь ведущий. На сцене с микрофоном стою как ведущий. Ремень от Биби Саймон очень низко спущен. У тебя нет подруги, ведь ты дико скучный. У меня нет подруги, у меня их куча. Она дает мне топчик, мне не нужны кучи. Она дает мне топчик, ведь ей нужен Гуччи. Если словишь со мной дыма, заболеешь раком. Белые думают, они как папла. Распродаю бары, пиздец меня, я не распродаю бары. Убил кентов, но не попаду на нары. Пули лети, чтоб лететь похуй на нравы. Раньше приганил и забивал на пары. Забивал бебелку гариком, лови кумары. Не было лавы даже на стоковые пары. Ща меня тошнит от бабы, бля, опять омары. Доллары меня на квадраты, никакой кварталы. Кварталы будут в охуе, как мне придут кварталы. И будь с пацанами, мы все натуралы. Никогда не отдам сердце шалав. Курим говно под землей, как фалав. Улицы знают меня, это клауд. Горячие угли в руке, как калау. Горячие угли в руке, как калау. Выбирай только из тех, кто не тянет вниз. Нахуй этих крыс, моя жопа не любит подлиз. Играю в игру не ради того, чтобы забрать этот приз. Я просто люблю этот визг, зависть не исходит с их лиц. Выбирай только из тех, кто не тянет вниз. Нахуй этих крыс, моя жопа не любит подлиз. Играю в игру не ради подлив, того, чтобы она не любит подлив, приз. Подлив. Я просто люблю этот визг, зависть не исходит с их лиц. Жопа не любит подлив. Ебой. Чисто в стиле нашей секты, ёба. Никогда не отдам сердце шалавам. Платина не одобряет это. Так. Есть конкретная проблема, да, когда вот Сода не докручивает стиля и вещает. Вещает мысли. Да, то есть не на стиле раздает, вот как в песне с Рахимом, а вещает мысли так поспокойнее, да. Они звучат очень некрасиво, потому что вайбится. То есть если тут кто-то скажет, мозги не еби по тексту, здесь нужно просто ловить вайб. Чтобы просто ловить вайб, песня должна быть безумно стилевой. Вот как, например, Сода делал в треке с Рахимом, да, вот в крайнем треке с Рахимом. Это пиздец, что в первом куплете, что во втором. Здесь очень много повествовательной части, где мы, допустим, можем вслушиваться в его мысли, да, в его, так сказать, логическую цепь, где мы с удовольствием бы могли послушать того же Lil Drakeel, например, да, которому есть что, блядь, сказать, понимаешь? А там моя жопа не любит подлив, блядь, вот это все слушать, хуй его знает, там, я не знаю. То есть просто вайбиться под охуенный бит VVS Baby, да, ну я не знаю, насколько это актуально, да, потому что, ну типа не 2018 год, не 2017 год. Все это было, все это мы видели, все это заебись. Теперь вопрос в реализации. Этим не удивишь никого. Я еще раз говорю, вопрос в реализации этого качества. Просто брать охуенные биты наших продюсеров, которые могут делать биты для пацанов, блядь, с Америки, которые на них делают пиздец какие бомбы, да. А вот, и типа...
довольно средний зачитывать хуёвый текст, это не работает, блядь, в 21 году, в декабре это не работает. Потому что есть дико стильные чуваки, есть чуваки, делающие лютый текст, есть чуваки, делающие, блядь, хороший средний текст на охуенном стиле, да, то есть и звучания какого только нет, да. Это какой-то старый средний трек из 2000, хуй знает, там, какого-то бородатого года, который, ну, неплохо звучит, вот и все. Бит, конечно, бит очень крутой. Бит очень крутой, тут нет вопросов вообще. Тут просто ты, блядь, вайбишь по биту. Но я еще раз говорю, то есть не надо в защиту вот некачественной реализации говорить, что, типа, можно пофлексить. Блядь, можно без артиста пофлексить. Поставьте мне этот бит, я потанцую с удовольствием. Хули бы нет. VVS Baby, что, молодец, респект, все в порядке, блядь. Сода может лучше значительно, потому что Сода, как бы, он, блядь, на стиле идет. Он идет на стиле, на харизме. А здесь он пытается вот максимально спокойно рассказать нам. Но если ты пытаешься спокойно рассказать... Бля, ну, текст должен быть поинтереснее. Текст должен быть поглубже. Немного пожестче. Если это какие-то приколы, как вот Будда может делать из простых, допустим, из простых слов собирать легкие, блядь, панчи, которые запоминаются, пиздец. Вот, какие-то смешные вещи там, или как в Скале, как в Детройте, еще чего-то. Ну, в общем, давайте еще раз прослушаем, на всякий случай, чтобы я еще что-то, возможно, скажу. Ну, блядь, ебанутый, что говорить, блядь. Если поставлю пачки друг на друга и спрыгну с них, это будет суицид. Если тебе нужен биф, я не банчу мясо, могу дать тебе только пизды. Для меня ты киф, если ты хочешь дым, то я скурю тебя, так что пойди поспи. Она достала меня из-за тая, играет руками, будто PSP. Да, я прошел этот путь от окраины страны до самого центра Москвы. Мои пацаны идут прямо по воде, чтоб видеть, как сзади сгорают мосты. Охуенные были бы вот как испанцы, черные глоки, как будто инпанцы. Мы достали их, чтобы глоки, делали, блядь, танцы. Большие ракеты, вот уже иранцы, именно рицательные. Курите ранцы, деньги длины, без аннотаций. Все заебок и без твоих нотаций. Мои таланты большие, где бы я ни был, они вызывают овации. Хлопая мопов на их же пространстве, хлопает жопа, она хочет ебаться. Твоя сука струмная, нужна операция. Хочет писаться к нам, может и стараться. Цаться, возьмут за зад, а сразу. Но я не дам, а заза. Слабые люди еще послабее ищут, чтобы на них опираться. Пиздите стиль пиратства, но я козел, и я привык податься. Они плюются в спину впереди. Ну вот, припев. Раньше был аутсайдером, теперь ведущий. Ну давайте попробуем, завайбим. С микрофоном стою, как ведущий. Ты меня, Биби Саймон, очень низко спущен. У тебя нет подруги, ведь ты дико скучный. У меня нет подруги, у меня их куча. Она дает мне топчик, мне не нужны кучи. Она дает мне топчик, ведь ей нужен Гуччи. Если словишь со мной дыма, заболеешь раком. Белые думают, они как папла. Распродаю бары, пиздец меня, я не распродаю бары. Убил кентов, но не попаду на нары. Пули летит, чтоб лететь похуй на нравы. Раньше реганил и забивал на пары. Забивал бебеку гариком, лови кумары. Не было лавы, даже на стоковые пары. Ща меня тошнит от бабы, бля, опять омары. Доллары меня на квадраты, никакой кварталы. Кварталы будут в охуе, как мне придут кварталы. И пусть пацанами мы все натуралы. Никогда не отдам сердце шалав. Курим говно под землей, как фалав. Улицы знают меня, это клауд. Ну, в общем так, короче, я не знаю. Блять, надо качественнее реализовывать это дерьмо. Все, честно, вот честно. Честно, надо качественно реализовывать это все. Это, то есть, как бы петь о том, что ты, да, ты делаешь бабки, заебись, но как бы вся эта игра, вот эта игра, да, блядь, которая дает возможность артистам зарабатывать, она строится за счет, блядь, лютого упорства и лютого труда, на самом деле, который скрывается за вот этим вот псевдопафосом похуизма. Где ты как будто бы легкий флексер, у которого все заебись, который такой весь: ебать, бля, пацаны, чё там, чё там? А на самом деле ты после всех этих картинок пиздец выдрачиваешь там, блядь. Выдрачиваешь стиль, создаешь демки, чувствуешь музыку, блядь, записываешься постоянно, блядь. Увидел, улучшаешь какие-то стили, запоминаешь какие-то интересные бары, там. Постоянно ты работаешь, блядь, над этим, постоянно. Если ты не трудяга, если ты не ебашитель, блядь, ну, у тебя не будет хуйня, как бы, и все.
Поэтому такое. Тем более, да, тем более. То есть, ну, как бы, когда артист начинает, да, и там, и отчасти там заимствует стили там разные, там, разных артистов, да, ну, это нормально, и выстреливает с этим продуктом, потом он должен совершенствоваться и приходить к своей самобытности. Это в обязательном порядке для того, чтобы остаться, для того, чтобы держаться. Это очень важно. И у него есть такие козыри, блядь, пиздец, я не знаю, куда они подевались. Вот крайний трек мы оценивали с этим, с Рахимом, да, он делал. Ебать же это мясо вообще жесткое. При этом это старое исполнение, во втором куплете более новое, но на стиле все нормально, все ровно. И по ритмике все идет на стиле, пиздец. Ладно бы, типа, ну, не было у него возможности, там, как-то он, блядь, криво-косо делал. Он нормальный MC, блядь, он все может, и в старый стиль умеет, и в новый стиль, и вообще жестко на стиле вайбит. Хуй знает что. Ну, я говорю, возможно, как бы какие-то там сложности, блядь, в творческих аспектах, учитывая вот всю эту медийку, которую тяжело вывести, вот. Очень тяжко, наверное, блядь. Ну, ладно, в общем, респект. Так. 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 Так, я думаю, надо будет оценить этот трек. Да, все-таки это новый трек, давайте его оценим. Рифмы образа. 5. Структура, ритмика. Местами там, где ускорился, да, бриджик есть. Неплохая ритмика местами. 7-8 даже можно поставить. Реализация выбранного стиля. Бля. 6-7. Не знаю, бля. Ну, припев. Ну, хорошо, 7. Индивидуальность и харизма. Ну. Семь, восемь. Индивидуальности. По харизме в припевах, не знаю. Такое, бля. Хорошо, 6. Да, думал, 5-6. Хорошо. Но не выше, блядь, точно вам могу сказать. Восемь, окей. Атмосфера или вайб? Бит сочный, припевы хорошие. На четверку не тянет. 3-5. Да. Так, давайте посмотрим клип Cole Bennett.